Здравствуйте, меня зовут Елена Еремина, я живу в Израиле с 1997 года, родилась я в России, у меня двое детей, двое внуков, мне 53 года. И я занимаюсь рисунком и художественной вышивкой. Рисунку я училась в Академии фигуративного искусства в Израиле у Амир Мира в Кибуц Гушрим. И рисую я маслом, акрилем и являюсь автором эксклюзивной техники вышивки. И принимала участие в множестве выставок в Израиле и за границей тоже. И на заднем моем плане вы видите мои работы акварелью и вышивки. Я не могу представить в этом видео серию кошек, так как они улетели в Польшу на фестиваль наивного искусства в Катовице. Поэтому представлю вам только фотографии. Большое спасибо.